Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Вот сегодня 15 апреля, и сегодня в моей рассаде огурцов, вот этой, которую я вот вам уже показывала во время других видеороликов, исполнилось ровно 2 недели. То есть полмесяца они у меня просидели вот в маленьких 200-граммовых стаканчиках. Обычно в это время я начинаю их пересаживать в более крупную тару, вот в такую 500-граммовую с большим объемом грунта. Если посмотреть, не знаю, видно вам или нет, если посмотреть сюда, то видно, что уже вот корни, они, считай, весь этот земляной ком освоили, и желательно бы им уже питание побольше. Сразу сейчас скажу про грунт. Так как здесь за время роста, я говорила, что огурец он прожорливый, они уже немного как обезжирили, то добавляю я только перегной, вот при пересадке, при перевалке. Потому что добавлять тут немножко, с 200 грамм до 500 грамм, там всего грамм 200 входит. Добавляю перегной. Если у вас нет перегноя, можно добавлять любой грунт. Просто потом, когда нужно будет, сделайте подкормку, так как он любит питание побольше. Как я делаю? Вот взяла стакан, насыпала туда чуть-чуть, чтобы при пересадке огурец немного заглубился, и чтобы хотя бы вот так его подсыпать. Я хотела вообще по семидоле, но по семидоле не получится. Я уже вот несколько высадила наполовину. Как я делаю? Я просто переворачиваю вот этот стаканчик. Все. Нажимаю сюда пальцем на донышко и начинаю потихоньку извлекать. Видите, что всего 2 недели, но корневая система, она уже в дно уперлась, и она сейчас начала бы вот так улиткой крутиться, это уже нехорошо. Лучше всего, конечно, в это время его пересадить. Вот они, корни хорошие, свежие, белые. Теперь мне нужно его осторожно вот сюда поместить и в круговую заполнить дополнительным грунтом. Придерживаю за донце и потихоньку туда заглубляю. Пока вот сейчас буду насыпать, я еще раз повторю, что огурец, он очень болезненно переносит повреждения корневой системы, поэтому стараюсь переваливать, не разрывая корней. Это не томат, который можно отщипнуть, прищипнуть. И большинство людей знают об этом и пересаживают их очень осторожно. Для чего вот эта перевалка в более такую большую тару? Ну, чтобы он не, чтобы качество не потеря, чтобы рассада не потеряла своего качества, чтобы ему было достаточно всего, и чтобы протянуть еще полмесяца. А зачем тянем так долго, я тяну? Для того, чтобы высадить рассаду в более взрослом состоянии. А для чего это делаем? Для того, чтобы получить урожай как можно раньше. Все, я вот эти вот свободные места, которые были, все забила перегноем. Сейчас еще подсыплю, потому что перегной он рыхлый. И он потом, когда будешь поливать, он немножко осядет. Можно его прям до самых краев. В результате этого мой огурец, он немного заглубился. Он, видите, как он уже выглядеть будет более таким. У него тут всего, ну, вот сантиметра 2 от грунта. Более заглубился, он станет более коренастым. Сейчас у него будет много питания. У него сейчас идет третий листик. И как раз через 2 недели, когда ему будет ровно месяц, у него будет 5 листьев и, возможно, бутончик и усик. И в это время его можно безболезненно высадить, также вытащить из стаканчика и, не разрушая вот этого земляного кома, щадящую перевалку сделать еще раз. Все, вот так я пересаживаю, вернее, переваливаю свою рассаду огурцов в возрасте 2 недели. То есть им сейчас полмесяца. Вот у меня уже здесь несколько готовых, которые вот в больших стаканах. Сейчас. Вот они. А эти стоят на очереди. Вот из такого маленького будут они все вот в таком большом. Все, до свидания. Будем сейчас работать.